Всем привет! С вами снова Олд из Форта Дракона! Нам остался, наверное, последний шаг. Мы уже, блин, в Рейхстаге, блин, в обители зла. Осталось сразить главного врага. Так, пойдем-ка мы посмотрим, куда нам там идти. Ага. Где-то туда тут, блин, что-то накрутили, навертели. Что это было? Можно было и напрямки пройти. Просто лабиринты, блин. Ой, куда это, блин? Отлично! Опаньки. Вин, извини, мне тут досталось, блин. Высшей квалификации, блин. Надо было чаще глотать таблетки, блин. Опять. Так, это вот она как раз. А, блин, ловушка. О, сколько тут капканов-то, ёпты. Все попались? Алистер, ты теперь там? Отлично. О, там нас еще ждут, блин, толпа народа. А, там самые, блин, самые. Стоп. Сохранить игру. Ладно. Вы как-нибудь там справитесь с этим. Блин, Алистер, тебя что там совсем забили? Сейчас.
ты гад. Будет сделано. Вот так, о, блин. На. Вот так, о, красиво, блин. Сюда. Только начали сходить. Да не говори, Алистер, ну, у тебя работа танка, измени, блин, ты же никуда не денешься. Да-да-да, съешь таблеточку, и все пройдет, блин. Синяки только стали. Я вон там эмиссара убил, блин. Вот это я понимаю, блин, да. Так, куда нам тут идти-то? Вон она. О, крыша, все, сейчас там начнется. Ух, выходим на последний бой. Так, ребята, держитесь, блин. О, вот он. Ха-ха, Алдуин, блин. Так, надо магов вызывать. Метку смерти. Черт, мне тут досталось слегка. Херачни по нему! Блин, улетел! Сука! Да что ж ты, блин, хер попадешь в него. Ой, твою мать, блин, горю нахрен. Всем съесть срочно, блин, по таблетке. И мне тоже съесть, блин. Где эта тварь, блин? А, тут какая-то хрень прибежала. Надо яду добавить. О, зараза. О, он уже умер, что ли? Один готов.
блин. Все спасаем нашу девушку. Там, блин. Ты за это поплатишься. Иди сюда, блин, Алдуин, блин. Надо съесть таблетку. Опять улетел. Где он? Сука, блин. Всем съесть по таблетке, пока есть время. Блин. Вин нашу завалили, блин. Прогавили, блин. Придется без нее. О, блядь. Ёптыть, опять горю. И ты горишь. Блин, тут такой взрыв, блин, всякой хрени. Ой, ёптыть. Гад, блин. А хрен, тебе тоже надо выпить таблетку. Там уже чуть осталось, блин. Ну, почти уже сдох, блин. Хрен таблетку, блин. Нам, если что, уже никто не подаст таблетки. Да.
О! Есть, блин! Готов! Попался, блин, сука! Завалили, козла! Вот так вот, блин, тебя! О, сука! Есть! Лишь бы не выбил, а! О, блин, шарахнул. Ядерный взрыв, блин. А затем все кончилось. Со смертью архидемона Орда окончательно распалась. Враги бежали на глубинные тропы. Они останутся угрозой и в будущем. Однако мор закончился, не успев начаться. Да, во время нашего мора нам тоже нужен герой. А то наши правители ни хера нас не спасут. Встретила нового короля и королеву. Да, и надо, наверное, новый король и королева, блин. А то у нас король без королевы, как-то херово это, неправильно. Серые стражи были оправданы, и началась новая эра. Но какой ценой? Друзья мои, мы собрались, дабы чествовать тех, кому обязаны нашей победой. Из тех же, кто защищал от порождений тьмы осажденный Денрим, особенно заслужил признательность один воин. Тот, что возглавил атаку на архидемона и убил его, сейчас по-прежнему с нами и вдохновляет своим примером всех, кого он спас в этот день. Дамы, я прям растроган. Я всех спас. Герой Ферлдена, Серый Страж, который впервые за 400 лет после Гораэла победил Мор. Друг мой, трудно представить более важную услугу, чем та, которую ты оказал Ферлдену. Думаю, будет только уместно, если я достойно награжу тебя. Какой награды хотел бы ты попросить у короля Ферлдена? Если только это в моих силах, я исполню твою просьбу. Да. Да. О, ваше величество, я прошу, чтобы долиться... Да, подожди. Ваше величество, я прошу, чтобы долицам дали землю. Думаю, это можно будет устроить. Внутренние области страны к северу от диких земель Каркари, включая Астагар, отныне отданы долийцам. Земли там не освоенные, и нас еще ждет немало хлопот. Но будем надеяться, что это лишь первый шаг к сотрудничеству наших народов. Знайте также все, что Эрлинг Амарантайн, некогда земля Эрла Коул, ныне безвозмездно передается Серым Стражам. Там они смогут возродиться, вдохновляясь примером своих погибших предшественников. Каковы твои планы? Ты останешься у Серых Стражей?
Порождение тьмы по-прежнему опасны. Серые стражи нуждаются во мне. Это уж точно. Я рад, что по крайней мере один из нас останется с ними. Группа граждан Ферлдена с нетерпением ожидает снаружи, чтобы хоть одним глазком глянуть на своего героя. Советую тебе показаться им хоть на минутку, пока они не взяли штурмом ворота. Да. Надо было глядеть, когда я там ходил по улицам. Просто скажи стражнику у двери. О! Задание выполнено. Достижение разблокировано. Темная сила. Дай-ка сохраниться тут. Я боялся, что тут где-нибудь хрюкнет все. Ну-ка, что у нас тут? Премиальный контент только остался. Историю белых стражей я так и не изучил. Ну ладно, так двоечником и буду. Ну пойдем. Хера тут задерживаться. Сейчас эта история закончится, следом будет другая история. Возрождение. Дверь. Вы готовы, милорд? Толпа снаружи уже беспокоится. Да. Да, готов, идем. Хорошо. Сейчас я вас туда отведу. Следуйте за мной. После бракосочетания Алистер и Анора с головой погрузились в государственные дела. Анора зарекомендовала себя опытным правителем, сведущим в дворцовых делах и законах. И Алистер с удовольствием перепоручил ей все королевские заботы. Он часто путешествует, предстает перед подданными, что их неимоверно радует, и пользуется любовью народа. Весть о том, что урна священного праха найдена, не выходила за пределы церкви, пока брат Женитиви и объявил об этом несколько месяцев спустя после победы над порождениями тьмы. Его манускрипт с описанием поисков и деятельности культа Андрасты вызвал живейший интерес ученых во всем Тедосе. Несколько лет спустя церковь объявила, что найдено место, где покоится прах Андрасты, однако место это представляет собой развалины и охраняется драконом, а потому крайне опасно. Тем не менее, многие требуют обезопасить прах, дабы паломники могли испытать на себе его целительную силу. После множества безуспешных попыток справиться с драконом, тот в конце концов улетел искать себе новое пристанище, перед этим не преминув разнести горное святилище по камешкам. Сразу же были предприняты раскопки, но найти урну в руинах не удалось. Многие начали сомневаться, что урна и в самом деле была обнаружена. Другие твердили, что прах похитили сектанты андрастианцы. Находятся и такие, кто считает, что урну забрал сам создатель, сочтя род людской недостойным такой святыни. Что же все-таки случилось с урной, попросту неизвестно. После нескольких месяцев стараний круг магов был наконец очищен от духов, проникших через завесу. Одержимых больше не появлялось, и первый чародей Ирвинг объявил круг безопасным. Все, кого можно было спасти, были спасены. Когда из Эльфинажа изгнали работорговцев, дела городских эльфов пошли на лад. Новый король даже включил их старосту в свою личную свиту. Поступок, который возмутил людей, но для эльфов стал знаком надежды на лучшее. Шиане осталась жить в Эльфинаже, честная и прямодушная, как всегда. Вскоре ее избрали старостой. Искренность часто доставляет неприятности ей самой, зато идет на пользу ее соплеменникам. Эрл и Амон какое-то время оставался в Денериме, исполняя обязанности канцлера и главного советника при короле Алистере. Теган, оставшийся наместником в Редклиффе, с удивлением обнаружил, какой любовью прониклись к нему и местные жители, не забывшие своего отважного защитника. В конце концов, Эамон отрекся в пользу своего брата, что селяне встретили с восторгом и благодарностью. Таверну в Ретлифе, который теперь управляет Белла, переименовали в приют Серого Странника. Там теперь часто рассказывают о том, что герой Ферилдена спас девушку и исцелил Эрла и Амона священным прахом Андрасты. Но верят в эти истории все меньше и меньше. У делийских эльфов дела после осады Денерима шли хорошо. За участие в битве они снискали немалое уважение. Впервые за много лет бродячему народу в землях людей стали хорошо относиться. Новая хранительница Ланая стала уважаемой персоной как среди долийцев, так и при Ферилденском дворе. Она явила собой глаз разума, и к ней с тех пор частенько обращались другие долийские кланы для разрешения споров с людьми.
Со временем многие далийские кланы перебрались в новые земли, предоставленные им на юге близ Астагара. Тем не менее, соседство с людьми оказалось не безоблачным, и лишь стараниями хранительницы Ланаи удалось сохранять надежду на мир и будущее. Король Арзамара Белин быстро зарекомендовал себя реформаторов, оказав поддержку купцам-наземникам и ослабив унет кастовых ограничений. Неприкасаемым было разрешено владеть оружием для борьбы с порождениями тьмы. Первый раз за многие поколения был отвоеван целый участок глубинных троп вместе с тейгами. Однако же своими реформами Белин нажил себе немало врагов среди знати и в касте воинов. И после нескольких покушений на его жизнь совет был распущен. Теперь король правит единолично. Некоторые называют его тираном, другие – просветителем, который твердо решил за шкирку выволочь вопящий и легающийся Арзамар в новую эпоху. Гномка Дагна наконец завершила свое обучение в возрожденной башне Круга Мага на поверхности. Вскоре она опубликовала подробную теорию о связи паров Лириума с магической подпиткой. Эта теория привлекла к себе большое внимание. Это вдохновило магов из других краев Тедоса основать новый Круг Магов в самом Арзамаре, рядом с залежами гномиева Лириума и за пределами власти церкви. Разумеется, готовность Арзамара приютить отступников вызвала возмущение в духовных кругах. Отсюда слухи о новом священном походе, который якобы обдумывает Верховная Жрица. Вскоре после того Бранка овладела методами Коридина и узнала, как с помощью наковальни пустоты создавать новых големов. Первых за много столетий. Гномы встретили это известие с восторгом, хотя лишь немногие знали, какова цена этого достижения. Поначалу король Белин охотно сотрудничал с Бранкой и посылал к ней гномов, в том числе и принудительно, чтобы с помощью големов очистить глубинные тропы от порождения тьмы. Впрочем, этому союзу не суждено было долго продержаться. Вскоре Бранка отказалась создавать големов только для короля, а он запретил использовать наковальню. Его солдаты атаковали крепость Бранки на глубинных тропах, вынудив Бранку наглухо закрыться в крепости. После нескольких лет боев Белин вынужден был отказаться от осады. Крепость осталась неприступной, его надежно охраняют големы, а гномы бдительно следят за ней, ожидая, что еще выкинет сумасшедшая совершенная. Морриган, как и обещала, исчезла сразу после смерти архидемона. Позднее ходили слухи, что женщину, похожую на нее, видели идущей в одиночку на запад через морозные горы, и что она вроде как была беременна. После этого о Морриган не было никаких известий. Хижина Флемет в диких землях Каркари тоже оказалась пустой. Можно лишь гадать, куда они обе подались. Каковы бы ни были их планы, что стало с ребенком, эти вопросы должны остаться без ответа. Пока. Спутники героя Ферелдена разошлись кто куда, влекомые либо долгом, либо жаждой приключений. Сам герой вернулся к Серым Стражам, и те радушно приняли его как... Герою удалось выжить, так и осталось для них тайной. В то время, как зараженные скверной земли исцелялись, и северные стражи понемногу восстанавливали свой орден в Амарантайне, они скоро узнали, что война с порождениями тьмы не закончена, хотя со смертью архидемона орда рассыпалась и бежала. За дело взялись мелкие вожаки, создав воинственные банды. Они начали охотиться как на мирных жителей, так и друг на друга. Эти банды нанесли стране большой урон, а некоторые даже отправились на запад, в Орлей. Либо глубинными тропами прошли под Сияющим морем, уничтожить их оказалось весьма нелегко. Но эти истории еще предстоит рассказать. Наша история закончилась, когда Терон вонзил свой меч в голову архидемона и навсегда его уничтожил. Впрочем, Ферелдену еще суждено было услышать о нем. Ну вот... Биовары, высшее руководство, ведущие дизайнеры и все такое. Все, народ. Пока. Встретимся теперь в следующей игре. Возрождение будет у нас. До встречи в следующей серии уже. Следующая серия будет продолжением этой истории. Пока-пока. С вами был Олд.